Благоустроить прилегающую территорию, приучить детей к труду и проконтролировать работу магазинов со спиртным – это далеко не полный перечень дел, которыми занимаются управляющие созданных в Самаре общественных советов. Опытом своей работы с нашей съемочной группой поделились общественники 27-го микрорайона. Во дворе дома номер 235, что на улице Старозагора в Самаре, кипит работа. Вместе с молодыми помощниками активисты общественного совета благоустраивают территорию. Общественный совет 27-го микрорайона активно привлекает к такой работе живущих здесь подростков. Все молодые люди официально трудоустроены и даже получают за свою работу зарплату, пусть пока и символическую. Таким образом, общественный совет не только решает вопросы, связанные с обновлением городской среды, но и приучает молодых людей к созидательному труду. Да и взрослые, говорят общественники, видя, что работают их дети, стараются бережнее относиться к клумбам. Но помимо воспитания подрастающего поколения и благоустройства, перед советом микрорайона стоят и другие, не менее важные задачи. Мы должны были проверить все алкогольные магазины. Слово «алкоголь» нигде не должно быть. И сколько стоит определенная продукция. Вот Лариса Алексеевна все записала. Вот. И мы прошли все свои магазины и проверили. Ну, у нас пока не оказалось такого. Благодаря новым полномочиям, которые получили общественные советы в микрорайоне, налажено активное взаимодействие с органами власти. Ни одно заявление, которое общественники от имени жителей передали в администрацию Кировского района, не осталось без конкретного ответа. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии.